Стала известна дата прощания с двумя погибшими в Сирии российскими медсестрами Галиной Михайловой и Надеждой Дураченко. Завтра, как ожидается, их тела доставят в Хабаровск и затем перевезут в Биробиджан. Там в пятницу запланирована панихида в главном православном храме города – Благовещенском кафедральном соборе. В госпитале, где служили медсестры, появился импровизированный мемориал. Люди несут цветы. Все вспоминают о них с теплотой, говорят, что Надежда и Галина были очень отзывчивыми, в любое время готовыми прийти на помощь. Добросовестные, отзывчивые. Мы дружно работали, как бы слаженно. Нам до сих пор не верится в происходящее. Высококвалифицированные медицинские сестры, профессионалы своего дела, добросовестно исполняли свои служебные обязанности. Всегда на них можно было положиться в любую трудную минуту. Всегда помогали коллегам. Галине Михайловой и Надежде Дураченко не было и 40, у обеих остались дети. Минобороны и региональные власти пообещали оказать семьям всю необходимую помощь. В госпитале имени Бурденко под наблюдением врачей остается еще один медик. Тяжело раненый при обстреле врач-педиатр Вадим Арсентьев. Накануне профессор был доставлен спецрейсом в Москву. Сейчас его состояние оценивают как стабильное. Напомню, обстрел госпиталя произошел в понедельник. Снаряд, выпущенный представителями так называемой умеренной оппозиции, попал в приемное отделение мобильного госпиталя. Это было именно прямое попадание, и террористы знали, куда били.